Ну, давайте. Медиация в экологических конфликтах. Эта тема специализирована курсом медиации Республики Казахстан. И вы знаете, что меня удивило при подготовке к этому занятию? Тема необычайно актуальная в условиях Республики Казахстан, поэтому не случайно правительство своим постановлением номер 770 включило в программу специализированного курса подготовки медиаторов тему экологии. Я начну с глобальной постановки этого вопроса – экологические проблемы. Накануне проведения международной конференции по медиации в Новосибирске с участием Кеннета Клока, это медиатор из США,